Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим про такую банальную вещь, как панели. Очень часто новички, когда начинают работать с программой, они начинают дергать все, что они видят. Это правильно, и я всегда это одобряю. Но поскольку они все дергают, у них иногда что-то пропадает. Особенно это касается панели инструмента. В обычном состоянии она вживлена в левую стеночку. Как это сделать? Вы можете ее схватить, подтянуть и вытащить в то место, в которое она вам нужна. При этом она может у вас состоять из двух рядов инструментов, либо же в один узкий столбик. Это как вам удобнее. Также, если вы хотите, чтобы она у вас прилипла к левой стороне, вы ее берете, подтаскиваете и, грубо говоря, вживляете. У вас появляется такая синяя линия по краю, вы ее отпускаете, и панелька вживляется. Здесь уже тоже можете настроить, будет она у вас в один ряд или в два. Что еще часто делают? Ее берут, и случайно она пропадает. Начинается паника, я ничего не могу делать. Все хорошо, не переживайте. Она всегда с вами. Окно, инструменты по умолчанию. Просто запомните, если вы потеряли какую-либо панель, они вас всегда ждут в меню «Окно». Здесь обозначены галочками те панели, которые у нас с вами активны, а инструменты находятся, окно, инструменты, по умолчанию. Раз, и она к нам вернулась. Не переживайте, Adobe Illustrator позволяет как скрывать, так и открывать панели. Удалить вы их безвозвратно не сможете. Надеюсь, что это видео было полезным. Чтобы увидеть больше подобных видео, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч, пока-пока!